Всем привет, вы смотрите канал Китайского Скотча, и сегодня я представлю вам подборку реально полезных и крутых инструментов из сайта AliExpress. Наливайте себе чай, устраивайтесь поудобнее, и мы начнем. Также не забывайте участвовать в конкурсе в конце видео. Погнали! Если вы хотите научиться выжигать, ну или вы уже увлекаетесь пирографией, то вам по-любому нужен такой вот выжигатель. С его помощью можно выжигать различные узоры или рисунки на дереве. Стоит такой электровыжигатель немного, работает он от сети, и в комплекте идет набор различных насадок. Но если вы занимаетесь пайкой, то вам нужна такая установка. Она совмещает в себе подставку для паяльника, пару зажимов, увеличительное стекло и подставку. Согласитесь, это очень удобно и точно будет не лишним в хозяйстве. Маленький брелок-отвертка. Отличная и полезная штука. Такой брелок можно без проблем зацепить на ключи, и маленькая компактная отвертка будет всегда у вас в кармане. Инструмент имеет 4 сменных бита с различными отвертками. Также брелок имеет встроенный фонарик и открывашку для бутылок. Отличная силиконовая водонепроницаемая лента для работы с сантехникой. Очень полезная вещичка, которая точно пригодится на хозяйстве. С ее помощью можно заделать дыру в железной трубе, залатать резиновый шланг, ну и так далее. Еще одним плюсом ленты является то, что она не размокнет под водой, а значит перематывать можно и трубы, что погружены под воду. Также такая лента славится своей прочностью и надежностью. Ну а чтобы во время работы инструменты были в удобном положении и всегда были под рукой, советую приобрести такой вот пояс для инструментов. Данный пояс гарантирует комфортную работу. Ведь теперь не будет такого, что все инструменты разбросаны под ногами. У такого пояса имеется много отделений, и в него точно влезут самые необходимые инструменты, такие как пассатижи, отвертки, молоток и так далее. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Leti Shops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Выводите деньги любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letishops.com и получайте премиум аккаунт в подарок. Все ссылки в описании. Боковые сверла. Как вы уже поняли, с их помощью можно сверлить в бок, что порой очень необходимо. Но сделать это обычным сверлом, конечно же, невозможно. Зато такие сверла справляются с этим без проблем. На Алиэкспрессе я нашел для вас набор 6 таких сверл. Такие сверла с легкостью справятся с деревом и даже с нетолстым металлом. А купить вы их можете, как всегда, по ссылке в описании. Ну а это простой удалитель скоб. С помощью данного инструмента можно с легкостью просто снять скобы. И сделать это настолько аккуратно и качественно, что даже не останется следа. В общем, если вы пользуетесь строительным степлером, то вам точно нужен этот инструмент. Если вы живете в частном доме, ну или у вас есть дача, то вы не понаслышке знаете, как тяжело ухаживать за землей. И чтобы облегчить вашу работу, пора уже купить себе газонокосилку. Вот и я нашел для вас относительно недорогой, зато качественный вариант газонокосилки. Ее преимущество заключается в следующем. Она достаточно мощная, она работает от аккумулятора, что освобождает вас от длинных проводов. За счет регулируемой ручки инструмент очень эргономичный. Ну и самое главное, это надежность. В общем, если вам надоело вручную ухаживать за газоном, то такая газонокосилка станет отличным подарком для вас. Магнитные уголки – тоже весьма полезная вещь. Если вы занимаетесь сваркой, то вы точно не пройдете мимо. С помощью магнитных уголков можно закрепить две и более заготовки в различных положениях, что освобождает ваши руки. Ну или освобождает от надобности пользоваться другими скрепляющими приспособлениями. Ну и напоследок покажу вам инструмент, который должен быть у каждого мужчины в доме. Это такая вот ножовка. Отличается она от других ножовок своей функциональностью и удобностью. Ведь в комплекте с самим инструментом идет несколько различных пил. Так одной этой ножовкой можно распилить дерево, металл, пластик, керамику и так далее. На этом подборка подходит к концу. Если вам понравилось, то пожалуйста, отблагодарите меня лайком и подпиской на канал. Ну а сейчас время конкурса. Я разыгрываю на счет мобильного или WebMoney кошелька 100 рублей. Все, что нужно для участия, так это подписка на мой канал, лайк под этим видео и, конечно же, комментарий. Всем удачи!